В Междуреченске прошел турнир по футболу среди 10-летних спортсменов. Приурочили его ко дню открытия спортивной школы. 16 команд сражались за победу, поддерживали детей и родители. Они приехали из Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка и не только. Как прошел турнир, расскажем далее. На стадионе «Томусинец» проходит завершающий этап турнира по футболу. Всего их было 4. Сильнейшие вышли в финал. Междуреченская сборная и дружина из «Осинников» борются за 3-е место. А гости из Барнаула за лидерство. Мы вышли в финал, сегодня играем в финале, также с командой из Барнаула. Вот у нас будет дерби барнаульское на вашей земле, Междуреченской. Приезжаем впервые в Междуреченск, и я первый раз, и мои ребятишки. То есть для нас это расширение географии, посмотреть на нашу сторону, себя показать, как говорится. Команда «Полимер» обошла междуреченских игроков в полуфинале. Однако гости оценили игру и подготовку наших. Непередаваемые эмоции родителей и по-взрослому напряженная игра. Таким стал турнир на Междуреченской земле. Кстати, уже 24-й по счету. Традиция местной спортивной школы. В итоге победу одержала барнаульская команда «Патриот». Наши спортсмены заняли 4-е место. Лучшим нападающим признан Матвей Нинилин. Футболисты получили грамоты, медали и кубки.